привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Сегодня подарок для обладателей часов, таких как Gears 2, Gears 3, Galaxy Watch, Active 1, Active 2 и Galaxy Watch 3. Это часы, которые работают на Tizen OS. На Wear OS работают Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 5, если кто не знал. Так вот, если вы обладатель часов на Tizen OS, тогда для вас подарочек. Какой? Смотрите, будет ссылочка внизу в описании видео вот к этому телеграм-каналу «Циферблаты и приложения». Это именно для Tizen OS, но они в APK-файлах. Кстати, кто не знал, можно файлы в формате GVT и TPK, это именно формат установки приложений и циферблатов на часы под Tizen OS, переделать в APK и устанавливать их просто легко. Не нужен для этого ни компьютер, не нужен ни Galaxy Store, ничего не надо, нужен только смартфон и часы, которые подсоединены к смартфону через Galaxy Wearable, и все, больше ничего не надо. Вы можете найти любой файл, если у вас есть, да, в формате GVT, и переделать его. По этой инструкции, она будет, кстати, в описании видео. Эта же инструкция о чем? Ну, допустим, смотрите. Идем и смотрим мы с вами. Вот все приложения, кстати, они вот здесь в архиве есть. Ну вот, клавиатурка. Смотрите, есть клавиатурочка полноразмерная для этих часиков. Вот так вот она выглядит. И мы ее сейчас установим. Она вот здесь в APK-файле. Что нам нужно? Нажать и установить их на наш с вами смартфон. В этот момент часы на Tizen OS должны быть подключены к нашему смартфону. Именно они. Потому что эта передача будет происходить. Нажали. Здесь подозрительное приложение. Не смущайтесь. Я как бы даю гарантию, что здесь нет никаких вирусов абсолютно. Все равно установить. Дальше еще всплывет одно приложение. Установить приложение из неизвестных источников. Это уже относится к тому, чтобы устанавливать на часы. Нажали «Установить». Вверху у нас с вами всплывет такая вот информационная панелька о том, что приложение будет сейчас устанавливаться на часы. Ну, не всегда оно всплывает. Иногда всплывает, если приложение более-менее тяжеленькое. Если легкое, то нет. Но в данном случае не всплывает. Теперь, значит, что мы делаем? Заходим на часы и смотрим. В настроечки. Где настроечки? Вот настроечки. Дальше общие нам нужны. Общие. Общие. Вот общие. Ввод. И клавиатура ввода. Пожалуйста, вот у нас появилась клавиатурка. Мы ее делаем. И теперь смотрим, как она работает. Зашли. Допустим, в СМС. Нажали. И теперь хотим ответить или хотим. Вот здесь написали, нажали. И, пожалуйста, вот клавиатурочка у нас появилась. Теперь я вам покажу это на примере циферблата. Сразу клавиатурки-то не показал, что не было. Но вот циферблата у меня, смотрите, сейчас тот, который я захочу установить, его здесь нет. Оставить мы с вами будем вот этот вот циферблат. Вот этот вот циферблатик, он есть в Samsung Стор, причем платный, но его не купить сейчас. Он стоит 89 рублей. Ну, 90, короче. Но вы его в России не купите, поэтому сможете установить его бесплатно вот так. Нажали на этот файл «Установить». То же самое всплывает окошечко. Мы его с вами все равно установить. Здесь также внизу окошечко еще «Установить». Сейчас вверху, вот, пожалуйста, всплывает окно вот это вот, о том, что идет передача именно на часы. Все, на часы идет передача. Ожидаем. Файл уже больше, чем, допустим, эта клавиатурка, поэтому он высвечивается. Ждем. Так, передача произошла. Теперь установочка какое-то время займет. Он не сразу появляется. Вот сейчас я вам, если буду показывать, то его еще нет. А вот он уже появился, видите? В начале самый первый. Нажимаем на циферблатик, даем ему, естественно, разрешение и наслаждаемся вот такой вот, смотрите, красотища, а? Просто красотища. Здесь цвета меняются, пожалуйста, можно какой-то, вот там типа галактики какие-то и так далее и тому подобное.
Ну и много-много-много-много вот таких вот штук всяких разных. Поэтому здесь их куча. Проходите и пользуйтесь. В описании видео будет ссылочка вот на этот файл, как самому сделать АПК-шечку с GVT или ТПК. И также здесь же будет закрепленное приложение, вернее видос о том, как устанавливать. Так что подписывайтесь на каналчик, не забывайте. Ваш лайк, ваш комментарий приветствуется. Пока!